Первый Спас. Медовые православные христиане отмечают праздник в честь креста Господня. В начале августа в Древнем Константинополе из собора Святой Софии выносили подлинный крест, на котором был распят Иисус, чтобы защитить город от эпидемий. В это же время было принято освящать воду и мед, который считался одним из главных лекарств. Традиция сохранилась и по сей день. У меня бабушка болеет, и поэтому вот я... пришла, помолилась ей о здоровье своих близких, родных. Брала ей водичку. И вот я думаю, что это для нее будет важно. На год упаю много меду. Семья большая, 10 банок. И вот все эти 10 банок я этим медом добавлю, освещу. У мужа вот язва желудка. И вот тут мед вылечил. И сегодня же начинается Успенский пост, самый короткий из многодневных и единственный посвященный Богородице. Он продлится 2 недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы.